На Рождество, к примеру. И 41, а я же Б жила, 41А доме, так, живет моя комната. Позвонила все жильцы своего дома, у меня все телефоны есть. Так она, я удивилась, а почему мой ребенок болеет? Когда обращалась, но ко всем инстанциям, которые можно, в основном уже звонила. И она просто обзвонила, 45 квартир, 43 оказались уже больные. Ситуация остается сложной по одной простой причине, что до сих пор использовать воду, которая подается в краны в микрорайоне Бортнича, использовать ее в качестве питьевой воды нельзя. Санэпидемстанция не рекомендует ее использовать в качестве питьевой воды, в качестве той воды, которой можно мыть посуду и принимать душ. Как решается это? На данный момент Киевводоканал поставляет питьевую воду на территории микрорайона Бортнич. У нас есть 4 точки в микрорайоне, где питьевая вода в автоцистерне подается. Это Ленина 25, Ленина 45, Ленина 65 и Дьяченко 20.